Встреча с активом граждан прошла в станице Калужской. Мероприятие началось с отчета главы поселения Гульфии Иванченко о проделанной работе. Вопросы, поставленные на контроль на открытой сессии депутатов Совета поселения и на сходе граждан, все рассмотрены и выполнены. Одно из главных направлений деятельности местной администрации – благоустройство. На постоянной основе в поселении проводится расчистка и нарезка кюветов, грядирование, отсыпка дорог, проведение санитарных дней. В честь празднования 155-летия в станице появились светодиодные гирлянды и новый арт-объект. За счет помощи районной администрации отремонтировали спортивный зал в 23-й школе. Благодаря победе ТОС номер 2 в конкурсе среди территориальных органов самоуправления приобретена и установлена спортивная площадка с уличными тренажерами. Это мама, у меня 4 ученика, спортсмен тоже участвует. Спасибо вам за спортзал и за тренажер. После отчета жители смогли пообщаться с главой поселения и представителями районного руководства. Многие вопросы касались низкого качества электроснабжения. Отдельные участки электросетей нуждаются в ремонте и замене опоры линий электропередач. Острым остается и проблема водоснабжения в поселении. Вопрос воды в Калужской. По широкой, в частности, Круглик. И вот те люди, которые живут на Октябрьской улице, туда далеко-далеко, там вообще они не знают, что такое вода. Нужно посмотреть по программам, значит, следующего года, через год, значит, и просить край. Просить край и на проектирование, и на воду, по-другому никак. Подняли жители вопрос нехватки тротуаров в станице Калужской. У нас на всю станицу 200 метров тротуара. От остановки до Горького. По улице. По улице Мичурина. 1 600 000 рублей. Вот мы на следующий год, я уже сказала, попали в программу, и мы это тротуары будем начинать строить. На улицу Базарную, по улице Базарную уже тротуар уже будем думать на следующие годы, потому что в 2020 году мы такие деньги не потянем. Все проблемные вопросы, которые озвучили жители в рамках встречи, отправлены в работу профильным ведомствам и службам.